Давайте озвучивайте вопрос, запись пошла. Какой вопрос? Еще раз, первый. Ну, потом это вот подробнее, жена, получается, видео. Наполовину. Так, давайте еще по первому вопросу. Да. Демонстрацию экрана смотрите, экран видите? В скайп смотрите. Да. Вот, у вас вот этот модуль вылазит, да? Да. Смотрите сейчас. Так. В админку переходим. Переходим в модули. Смотрите, да? Да. Сразу отсортируем по включено, опубликовано, чтобы не мешали другие модули. Так. На сайт сразу перейдем еще раз. Например, сюда, да, заходим. Что это такое? Видео заголовок. Значит, модуль под названием видео. Вот он, да? Угу. Больше же нет таких тут. Ну. Видео. HTML-код. Вот здесь вот это. Вот. Показать в пунктах меню. Вот вторая вкладка, видите? Он у вас же выходит, по сути, на главный. Вот. Сейчас. Вот, вот он у вас здесь, и он вам только здесь нужен, правильно? Ну да. Вот. Значит, первое, что надо сделать, вот это все отключаем. Вот так вот проще будет. Вот. Снять галки. Кликаем сюда, снять галки. Все меню, он просто везде, видите, стоит. А надо, чтобы стояло, то есть показывать только на главный. Вот так отключили, все. Вот видите, галочка на главный есть. Сохраняемся. Идем на сайт. Обновляемся. На главный есть, в подробнее заходим. Все, здесь его больше нет. Статья идет. Следующий вопрос. Вот фото в блоге. Я вставляю ее. В блог, да? Да, в блоге. Так, давайте посмотрим, где это. Вот сюда, да? Ну, да, так. Вот она, кстати, она здесь есть. Ну, размер у нее маленький, что? Ну, вот я, не знаю, я все на фотошопе пытался, но я с ним не дружу. Чтобы она была такой же большой, как вот это, что ли? Да. Ну, просто квадратное изображение здесь больше, и все. Размер вот этого изображения вам надо. А я его пытаюсь делать, но все равно нет, может, таких проблем. В смысле, такой размер делаете, все равно вот так, что ли? Да. Не может такого быть. На фотошопе я прямо выставляю пиксели. Вот такой вот вы выставляете. Ну, вот это открываю фотографию. Скопируйте ее вот так, сохранить. Да. Изображение как? Вот, да. Правой кнопкой мышь. Да, как я делал. Посмотрите размер, еще раз сделайте. Какой? Следующий вопрос. Вот модули вот эти меняются, вот как вот хотелось бы, чтобы как на оригинале. Давайте в админку идите, я буду смотреть сейчас, вам говорить. В админку идите. Так, все, зашли, дальше. Модули переходим, вверху. Да, можно здесь. Ищем. Это у нас слайдер, он ниже, по-моему, мне написано, видите, по-русски слайдер. По-моему, это он. Заходим. А, нет, это не он, это не он. Это у нас, это акция, это верхний слайдер, а это ниже. Это что у нас там? Как, у нас есть заголовок у него? Перейдите на сайт, да. Как он? Блок он называется. Ищем блок, значит. С заголовком блок. Вот он, я вижу его, он второй снизу, да. Здесь, смотрите, анимация у нас вот здесь настройки справа. В правой части все это находится, вот в этой всей области. Крутите вниз и смотрим. Стоп, быстро не крутим. Анимация, видите, по-русски написано. Да. И вот рядом кликаем, это эффекты, название их. И вот удерживайте мышь, видите, там сразу показано, видите рисунок, видите? Понятно, да. Вот по рисунку ориентируйтесь, какой вам там нравится. Это, то есть вы будете кликать, она так будет работать. Вот смотрите и выбирайте анимацию. Их там вот сколько штук есть. Можно случайно выбрать, это значит каждый раз будет разное внизу. Здесь почему-то написано, как там было на демо. Вот, по-моему, так было. Выбрали? Нажимаем сохранить. Нет, зеленая кнопка. Ну, можно закрыть. Я просто, вдруг мы сейчас вернемся сюда, поэтому нажимаем сохранить. Все, она сохранилась, на сайт идите, обновляйте. Да, вот так переходить удобно. Не-не-не, он уже все обновился. Вниз крутите и пробуйте переключать стрелки. Так же? Да, обновился, да, все правильно. То есть как на демо, да? Ну да. Ну, следующий вопрос. Так, нажимаю вот сюда видео. Так.
нет, на подробнее не работает. Подробнее не работает. Я нажимал на подробнее и перехожу в контакт ваш. Ну, вы это самое подробное. Это вы покоцали кнопку. Сейчас я демонстрацию делаю, буду вам показывать, как это делать. Смотрите. Аккуратнее будьте, чтобы вы код там какой-то задели и да, кнопка, да. Вы туда это самое аккуратно надо лазить. Вот смотрите, здесь есть такая же кнопка, так? Это массажный кабинет модуль. Ищем модуль, значит, такой. Он также называется, вот он. Вот она, смотрите, надо сначала зайти вот сюда. Видели иконку, куда нажал? А вот это верхнее, вот это имидж, это картинка имиджес. А вот это все, это кнопка. Получается, смотрите, вы вот здесь вот, между кавычек вот это удаляете, это ссылка. Между кавычек пишете свою ссылку, любую, какую вам надо. То есть получается, вот этот код мы сейчас отсюда копируем. Отсюда мы выходим, закрываем, нажимаем. Модуль видео у нас там называется, да? Да. Видео, заходим в видео, опять... нажимаем вот сюда, вот это удаляем, то что у нас тут ничего не осталось, сюда поставим главную страницу, вот так вот, так, сохранить. Потому что я внес туда второе видео, оно мне прям в блоке ниже вылезло. А, ну вот она работает сейчас, вот на главную, видите, выбрасывает сейчас. Сейчас я вам там лишнюю уберу кнопку, вот верхнюю уберу, вот она открывает главную страницу. То есть сейчас даже мы в коде проверим. Вот она, эта ссылка, да. А вот это я уберу сейчас. Короче, смотрите, что дальше вам делать. Вы поняли, вот здесь потом ссылку вы поставите, когда у вас будет она готова. Вот она. Вот что вы делаете. Вы сначала создаете материал вот здесь. То есть категорию для нее. Вот, например, коллекция видео или там видеофайлы. Вот здесь создать категорию. Для нее создадите один материал. Туда накинете несколько видео подряд. Потом пойдете вот сюда. Куда вам надо вывести. Создаете меню. Вот здесь вы выбираете материалы. А вот это, отображать отдельный, то есть один материал. Вот, заголовок, например, там, я не знаю, как-нибудь. И сохранить. И он у вас будет выводиться здесь где-то в меню, где вы укажете, либо вот здесь выпадающим. Но чтобы вот здесь он был, или где-то выпадающим, вам еще придется вот здесь выбирать, то есть вот назначить, где он выпадет. Все, я окончательно запутался, но... Я видео записываю, потом будете пересматривать. Что тут запутываться? Вот родительский элемент, выбирайте и все. То есть сейчас он пока корневой будет. То есть если я сейчас вот тут назову его и сохранюсь, он у вас вылезет где-то вот здесь рядом, вот вверху. А если вот сюда надо его, или вот сюда вообще. То есть, вот если, например, вот сюда. То есть это о клинике, это родитель клиника. Значит, вот здесь вы выбираете о клинике, все. И называете его, например, видео. И все, и оно вылезет вот здесь. И все, и в статью, которую вы создадите, просто видео накидываете. А потом, когда вот здесь появится это видео, вы перейдете по нему. Наше видео, например, уже есть. Так, вот эту ссылку вы скопируете и пойдете в модуль, перейдете в видео, перейдете вот на эту иконочку и вот сюда вставите ее, вот сюда. И тогда она будет вести, вот эта кнопка, вот это, на страницу всех видео. Вот такой момент. Вот сюда я вставляю вместо того кода, который выведен сейчас до цветных. Вы вот сюда, вы только ссылку вставляете, все. Вот это удаляете? Вот это? Да, вот так удаляете. А, просто... Только вот эти кавычки оставляем между ними. И ничего не удалите. Один знак хоть удалите, не будет работать. Вот. Какой следующий вопрос? Нет, так, все, уровень, все. Нет, потом просто, когда я наполню, или это не потом, скрин, как он называется, прописывать для SEO, чтобы я был не только в Яндексе, а в Хроме, в Гугле. В смысле? Ну, одинаково все тут, все то же самое, прописывать. У вас вот, смотрите, общие настройки. Вот у вас тайтл общий. А вот у вас описание сайта, то, что вы дали, так? Что вам нужно еще сделать? Вам надо будет...
пройти, во-первых, в статьях, первое, вот здесь, заходим, в статью заходим. Так, ну это не то, это отзывы мы не заходим. Ну неважно, показать можно было на любой статье. Не забывайте, вот статью сделали. Вот здесь, вот, вот публикация, вот он. Вот здесь, видите, вот пустое место. Здесь описание, 2-3 предложения, все, больше ничего не надо. Для каждой обязательно, вот обязательно надо делать. Для каждой статьи, да? Да, свое, то есть вот здесь текст вы написали уникальный, берете отсюда прям какие-то вот, прям не обязательно первое предложение. Вы читаете, ключевые вот так вот скопировали прям отсюда, до точки. Сначала предложение, до точки, вот так, например, два. Прям отсюда копируете, я так же делаю, и, и продублировали, вот здесь вставили, и все. И это самое, сохранились. И потом сделайте SEO для пунктов меню. Это в любой пункт меню заходите, например, главное. Это вот здесь, предпоследняя вкладка, метаданные она называется. Вот то же самое, description. Здесь можно как-то описать главную страницу тоже каким-то текстом. Ну вот, в принципе, все вам пока. Буду разбирать. Ну и потихоньку буду там, все равно не наполнить такую скорость. Вот, по карте карту вам поставили, вам здесь что еще надо будет? Аккуратнее с такими вот кнопками, да. Вот эти кнопки, они автоматически вот эти вот. Здесь вот. А вот здесь вот я вам делал ее отдельно. Здесь вроде как ничего нет такого. Также наполняйте, тоже модуль. Все меняется. Да, картинки там нет. Ну, видео, ну ладно, потом. Надо, чтобы там несколько, чтобы 10 видео у меня точно будет. Ага. Все, вопрос нет больше? Да, все. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.